Сели вчера с женой ужинать, и не понравилось мне. Она сразу подавилась. Обычно не сразу, а тут сразу. Ей еще сказал: не заглатывай кусками. Что ты как волк? Что ты торопишься? Мы сегодня не ждем никого. Только сказал звонок. Подошли тихонько к двери, и жена спрашивает: кто там? Оттуда: не пустите ли переночевать? А мы в Москве живем в центре на 6-м этаже. Жена остолбенела, но через 5 минут встряхнулась, спрашивает: кто там? Не пустите ли переночевать, люди добрые? Как в старину, стучали в первую попавшуюся избу, их пускали. Кого? Незнакомых людей. Глазка у нас нет, но по голосу мужчина лет 40. Рожа бандитская, 2 метра ростом. Колошницы дверь подперли. Я говорю: первая попавшаяся дверь на 1-м этаже. А вы на 6-й забрались. Я выбирал, куда наверняка пустят. Храни вас Господь, здоровья вам и вашим детям. На жену смотреть жалко. Но она взяла себя в руки, перекрестилась 3 раза. Спрашивает: кто там? Не пустите ли переночевать? Я говорю: мы с удовольствием пустили бы, как в старину, но не можем дверь открыть. Замок сломали. Бандит: так все равно дверь надо ломать, давайте я помогу. Жена бледная стоит, ни кровинки в лице, но из последних сил собралась, спрашивает: кто там? Путник: а вы к кому? К вам. А чего? Не пустите ли переночевать? Она вдоль стенки сползла на пол, затихла. Я говорю: мы пустили бы, да у нас холера. Очень хорошо, как раз холерой я уже переболел. Не пустили переночевать странника с котомкой, считай, с ножом. И тут вижу на жену, как будто кто-то живой водой брызнул. Говорит: в старину и замков на двери не вешали. Люди были добрее и честнее. Вас пустить ночевать, что ли? Да. Лицо у нее просветлело, и она сказала: милый, хороший человек, с удовольствием пустили бы, да никого дома нет.